В Казанском федеральном университете состоялась международная конференция «Международные отношения в ходе COVID-19 пандемии». В ходе приветственного слова проректора по внешним связям Тимирхана Алишева был торжественно открыт студенческий научный кружок «Полимирия». По инициативе иностранных студентов в Казанском федеральном университете создан научный кружок «Полимирия». Его руководитель, доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Денис Шарафутдинов рассказал о том, что в себе кроет выбранное название. То есть в итоге общим голосованием приняли решение назвать его «Полимирия», вот, что, если проще говоря, переводить на наш язык, многомерие, многообразие, вот, где студенты различных, скажем так, из различных стран, различного вероисповедания, конфессии могут, скажем так, представлять свои страны и как раз-таки доносить свою позицию для других. Денис Шарафутдинов поделился планами и подробностями о формате занятий в научном кружке. Данный кружок будет работать два раза в месяц, то есть раз в две недели собираться мы будем. То есть уже достигнуты договоренности о проведении следующих мероприятий с приглашенными гостями, с телемостами. В ближайших планах провести телемост с университетами Турции и Соединенных Штатов Америки. Реализация намеченных задач во многом будет зависеть от желания студентов. Илья Андреев, Фарид Захитоглы, Универньюз.